Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам о том, что такое комплект оборудования для приема сигнала НТВ+. Комплект оборудования системы спутникового телевидения НТВ+ состоит из трех основных элементов. Это антенна, конвертер и ресивер. Параболическая антенна. Вот она. Небольшая металлическая тарелка. Она легко крепится к стене за окном или к балкону. И также легко настраивается на сигнал спутника ГАЛС. Спутник висит над Землей на геостационарной орбите, то есть он неподвижен относительно Земли. Вогнутая поверхность антенны улавливает сигнал спутника и фокусирует его на облучатель конвертера. Конвертер преобразует сигнал, принятый со спутника, и отправляет его на ресивер. Вот он, ресивер английской фирмы «Стронг». Внешне он напоминает видеомагнитофон. Наш ресивер предназначен для приема сигнала НТВ+. Ресивер фирмы «Стронг» подходит ко всем моделям отечественных и импортных телевизоров. Он может подключить...